Тем временем уже завтра в стране начнется новый учебный год. В учреждениях Ленского района подготовка к нему закончена. Работа кипела все лето. В образовательных учреждениях чинили крыши, окна, батареи. Провели необходимый косметический ремонт, закупили новую мебель. О готовности школ расскажет Светлана Балеева. В этом году проведен огромный перечень работ по подготовке школ к новому учебному году. Работы начались, как только успел закончиться прошлый учебный год. Сегодня они завершены, но продолжается благоустройство и ограждение предшкольных территорий. Ремонтных работ прошло очень большое количество. Это и замена кровли в первой школе, это энергоснабжение в Пелидуе полностью заменено. Это замена окон во многих образовательных учреждениях произошло. В Дорожном, в станции юных натуралистов, в вечерней школе. Вы видите, горожане, что у нас меняются окна. Это, конечно же, комфортнее, теплее для детей. Проведен ремонт кабинетов, санузлов, спортивных залов, систем вентиляции, электроснабжения. Приобретено учебно-наглядное оборудование, мебель. Во всех школах был проведен ремонт и замена систем отопления. Сегодня уйдет благоустройство территории 3-й, 4-й и 2-й школы, около которых в рамках программы антитеррора будет установлено новое ограждение. Также уложена новая тротуарная плитка и бетонные дорожки. Запланированы работы по облицовке фасада практически всех городских школ. Большие работы проведены и в дошкольных учреждениях. В детском саду «Искорка» закончен ремонт одного из корпусов. Заканчивается строительство пищеблока в детском саду «Теремок». Отремонтирован пищеблок и в детском саду «Звездочка». Раньше мы ремонтировали классы, коридоры. Сейчас мы уже перешли как бы на новую ступень. Это уже пищеблоки, внешнее обустройство, безопасность, то, что касается устранения предписаний, которые нам дают Роспотребнадзор, УГПМ. Мы все стараемся выполнить. В этом году на подготовку к 1 сентября было выделено более 150 миллионов рублей. Надо добавить, что Ленский район одним из первых прошел приемку к учебному году. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВКСХ, Ленск.